Международный аэропорт Симферополь признали лучшим объектом туризма. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт победил в 4-й ежегодной акции в сфере курортов и туризма «Признание года». Победу отдали в номинации «Лучший объект туризма, доступный для всех». Эксперты единогласно решили, что аэровокзальный комплекс удобен для всех пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе аэропорта.